Всем привет! Меня зовут Лида. Я живу в России, в городе Иркутске, в столице Восточной Сибири. Я учусь и работаю в Иркутском государственном университете, интересуюсь иностранными языками, изучаю английский и немецкий языки. Я также люблю путешествовать. В свое свободное время я встречаюсь с друзьями или занимаюсь своими любимыми хобби. К примеру, я люблю посмотреть хороший фильм, почитать книжку, послушать музыку или повышивать крестиком. Я всегда рада новым знакомствам, и я надеюсь, что мы с вами обязательно найдем общий язык.